Из этой долины! Нет! Дим, смотри! Блин, просто здесь какая-то... Здесь какое-то... Я не знаю... Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и я вижу, что вам понравился предыдущий ролик, где я заказала Чаки из Даркнета и провела с ним 24 часа челлендж. Дарья, я надеюсь, что под этим видео вы соберете, ну, как минимум 5000 лайков, потому что сегодня, ребята, я закажу валак из Даркнета. Минуту на минуту появится здесь, в моем доме, и мне придется провести с ней 24 часа челлендж. Я сегодня... пригласила с собой своего парня Диму. Всем привет. И, ребята, он поможет мне справиться с валак и будет своими глазами вместе с вами наблюдать за тем, что будет происходить в этом сумасшедшем доме. О боже, ребята, вы видите? Вы видите перед своими глазами валак. Подождите, мне кажется, что она что-то хочет сказать. Боже мой, ребята, это просто какое-то сумасшествие. Я никогда не могла подумать, что в Даркнете можно заказать духа, вызвать духа через сайт Даркнет. Подождите, она что-то мне дает. Что это? Это какое-то черное яйцо. Она показывает мне черное яйцо. Я валак. Демон ночи. Зачем ты призывала меня? Но раз уж я здесь, прими подарок мой. Не бойся, это подарок, и он ценен. Вырасти его, выпусти его. Ребят, короче, вот у меня есть подушка и полотенце. Мы решили с Димой, то, что мы это сделаем возле батареи. Пойдем сейчас вот в этой комнате, потому что так как сейчас уже зима, включился отопительный сезон. В общем, батарея горячая, и я надеюсь, что у нас все получится. Мы сделаем типа вот такого вот, поставим вот яйцо, чтобы оно вот тут согревалось. Батарея, ребят, огонь, я вам честно говорю. Сейчас еще я сверху одеялом вот так все накрою. И, ребята, подождем, я не знаю, пару минут, буквально минут 10 подождем, чтобы это яйцо нагрелось. Ну, мы поймем это, когда будут какие-то звуки или что-то начнется скрипсти внутри яйца. Так что пока ждем 10 минут, ребят, и увидимся через 10 минут. Ребят, как я вижу, яйцо, по крайней мере, целое, но оно нереально, оно теплое. Оно теплое, оно прямо-таки даже как горячее, что ли. Не знаю. Сейчас я послушаю. Блин, мне кажется, там прям что-то... Не, прям кажется, что там что-то... Я вот так стучу, тихо. Офигеть, я так стучу? Офигеть, ребята, это просто жесть. Мне кажется, что-то на самом деле кто-то есть. Это какая-то жизнь, я не знаю, это настоящее существо или какая-то мистическая тварь. Я просто не знаю, но нам делать нечего. Придется, короче, сейчас его разбивать сюда и... буду выливать, посмотрим, что за фигню мы заказали из Даркнета, что за фигню принесла нам валак. Сейчас, ребят. Так, ребят, я его открыла, сейчас разбила. Сейчас посмотрим. Ну, на вид внутри как бы, как будто какая-то жизненная. Все как в курином яйце. Все как в курином яйце, пока ничего не вижу. Жесть просто, это просто жесть, Дима! Просто жесть какая-то! Что здесь за черная фигня? Дим, смотри! Чё, блин, что, просто здесь что? Какая-то... Здесь какой-то... Я не знаю, что это. Это что, жесть. Не трогай его. Я не трогаю, но он мертвый. Он мертвый, он 100% мертвый. Смотри, вот эта вот грязь черная, вот это. Он мертвый. Он даже не шевелится. Смотри, у него какие-то, блин, как колючки сверху. Похоже на какого-то, как на червяка.
Жесть. Ай! Блин, вообще, блин. Жесть, мне показалось, что он подвинулся. Нет, да нет, он мертвый. Я просто боюсь его очень сильно. Подожди, сейчас я попробую его. Нет. Если там что-нибудь есть? Нет, ничего, просто смотри, какой у него гигантский дом. Он просто тут был. Как он тут помещал? Давай попробуем вот так скорлупой его. Сейчас я сюда его. Да не, он мертвый, нет. Я просто хочу ребятам показать, что за фигню мы в Даркнете заказали. Жесть, ты видишь, это у него что во рту? Что это во рту у него? Что-то какой-то, я не знаю, что-то какой-то шар. Что за фигня? Нет, нет, нет! Блин, тебя укусили! Успокойся, тихо! Она решила его взять. Ирина, руку покажи. Покажи руку. Покажи руку. Ирина, что случилось? Это Валар тебя хотел убить. Что? 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 Что происходит? Что происходит? Ничего не выйдет, ничего не получится. Они уже здесь, они все хотят тебя съесть. Они уничтожат тебя. Успокойся. Кого ты хочешь обмануть, они уже все здесь. Все, каждый дух, каждый, они все здесь. Ну, пожалуйста, прости меня, Дим, это я, нет. Ирина. Ах ты, скотина, ты не любишь свою девушку. Чего тебе надо от меня? Оставь меня в покое. Чего ты делаешь? Изыди из Ирины! Нет! Успокойся. Сейчас я проведу обряд. Обряд изгнания. Успокойся. Нет. Ты не знаешь, как это делать. Слабак. Только и можешь, что маленькую девочку обижать. Я выберусь, и тебе придет мрак, к тебе придет ночь, слышишь? К тебе придет страх и ужас, и тебе не поможет твоя святая вода, не поможет, слышишь? Так, я нашел свою воду. Что это? Комнату. Почему я пристегнута? Тебя укусил.
Отпусти же меня! Я не знаю, где... Отстегни меня! Ты что, с ума сошел? Отстегни меня! Успокойся, успокойся. Зачем ты меня пристегнул? Надо еще подождать время. Чего ждать? Отпусти меня, придурок! Я не знаю, где... Отпусти меня, придурок! Ребята, это просто жесть. Мы, короче, вызвали Валак из Даркнета, и походу она вселилась в меня. Вернее, то существо, которое она принесла, укусило меня и вселилось в меня. Это, ребят, просто жесть. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, на второй канал Есинской Пэтси. До новых встреч в новом мистическом видео. Пока!